Делегация из Калмыкии приняла участие и представила свои инновационные проекты на международном фестивале «От винта» в Сочи Краснодарского края. Форум детского и молодежного научно-технического творчества собрал молодых ученых и инженеров из разных уголков мира. В состав делегации от республики вошли представители детского технопарка и студенты КалмГУ имени Городовикова. Наш проект направлен на создание комфортных условий для обучающихся КалмГУ. Он включает в себя создание парковых зон, зон отдыха и установка спортивного современного оборудования для досуга. Наш проект вызвал оживленный интерес у гостей фестиваля и был признан одним из самых перспективных. По словам педагогов, все представленные проекты были интересными и достойными, а проект по благоустройству территории опорного вуза республики вызвал оживленный интерес у гостей фестиваля и был признан одним из самых перспективных. Проектов было действительно очень много. 550 проектов заявлено, 800 участников. То есть один проект – это 2-3 человека команда в среднем. Уже какие-то идеи, наработки мы и не только для того, чтобы поучаствовать в фестивале, но в целом, чтобы это было полезно и эффективно в жизни. Уже надумываем для себя, заметки записали, пофотографировали. Конечно же, да, это очень-очень... И обмен опытом, во-первых, кто какое программное обеспечение использует, и обмен опытом в плане реализации проекта.